и последний шаг, когда с вами мы напишем. Догадайтесь, а какой шаг? Будущее. Похоже. Что-что? Шаг в будущее. Ну, ну да, мы должны сделать что-то, чтобы удостовериться, что все нормально. Экологическая проверка, да? Как мы это сделаем? Мы посмотрим, наверное, если как бы части уже нравятся, она же уже выбрала. Я даже взяла на себя ответственность за использование. Что там? Помогу ли это? Ну, а может, он еще не знает, помогу ли мне. Комфортно ли тебе в этом состоянии? Отлично. Нет? Да, ты почти попала в десятку, в девятку, я бы сказал. Чуть-чуть в десятку. Мы просто обращаемся внутрь себя и спрашиваем, есть ли части, которые возражают. Против одного из новых вариантов поведения. Есть ли какая-либо часть внутри меня, мы предполагаем, мы же находимся как? Мы создали с вами такую, как бы, как сказать, координаты такие, да, систему координат, где мы состоим из разных частей. Есть ли части, какие-либо внутри меня, которые бы не устраивало такое новое поведение, любой из этих вариантов. И в этот момент происходит интересное, что мы можем получить какой-то другой ответ. Вот мы сели, расслабились, вдруг там у меня был сигнал отсюда, и тут вдруг почему-то я почувствовал, что потеплело в животе. Или мне консультант сказал, ты знаешь, у меня как-то там бровь подергивается, а я этого сам уже даже не отследил. Мы получили новый сигнал. Как вы здесь? Мы уже знаем, как здесь. Как быть? Подсказка. Мы получили сигнал, мы знаем, что это за сигнал. Ага, совершенно верно. Спасибо. Спасибо за ответ. Если это ответ «да», сделайте его более проявленным, сильнее. Да. Угу, более явным. Если это ответ «нет», сделайте его слабым. Хорошо. И мы получили. Если мы получаем «да» ответ, это означает, что есть какие-то части, которые не нравятся в определении. Мы тогда возвращаемся к шагу вот этому и предлагаем потом творческой части создать новые варианты, да, которые бы устраивали еще ту часть. Мы можем ее привлечь сюда. Короче, здесь возникает ситуация, которая хорошо известна в среде людей, ведущих переговоры. Представьте себе, вы с кем-то договорились и говорите, хорошо, мы собираемся вам поставлять вот эти вот гвозди, вот там каждую среду там три ящика в 6 утра. Если кто-то из вас, все ли вас устраивает?